На аппаратном совещании под председательством акима Туркестанской области также обсудили противопаводковую ситуацию в регионе. По словам заместителя начальника департамента полиции Департамента по чрезвычайным ситуациям Эрика Сарыбаева, ситуация с паводками в регионе стабильная и находится под постоянным контролем. Все мероприятия ведутся согласно разработанному плану. Для предотвращения наводнений в Туркестанской области очищено от мусора 680 рвов и каналов. В наличии у служб имеется 61 500 мешков с песком и 482 тонны инертного материала. На случай паводка от органов местной исполнительной власти и ДЧС противостоять стихии готовы более 2000 человек. 400 единиц техники, 6 катеров и 294 мотопомпы. По прогнозу Казгидромета, на март месячная сумма осадков в регионе составляет на равнинах 17-69 мм, в горах 70-103 мм. Скорость ветра 15-20 метров в секунду. Температура воздуха от 5 до 16 градусов выше 0. Для безопасного пропуска паводковых вод с 21 февраля по 20 марта утвержден специальный план, по которому проводятся противопаводковые мероприятия. Ежедневно ведется мониторинг водного режима водохранилищ и рек. На данный момент водохранилища области в среднем наполнены на 50%, поэтому имеется достаточно объема для приема паводковых вод. На совещании было отмечено, что несмотря на плановую готовность, расслабляться нельзя. Природа может повести себя неожиданно в любой момент. В этой связи Умирзак Шукеев поручил акимам районов, городов и экстренным службам быть бдительными и уделять особое внимание обеспечению безопасности. Лола Разметова, Надежда Садыкова, новости.